Да чего с него взять? Это же баран! Они настолько уверены в сокрушительных свойствах своей головы, что с легкостью идут во все тяжкие. Тренируясь на груше, они отрабатывают не только мощные удары головой, но и проводят комбо-атаки, после чего бойцы идут на улицы, где ищут приключений на свои бараньи головы. И, конечно, находят их. При этом коварство баранов не знает границ, и в схватке они могут поступать даже так. Конечно, раз они могут выдержать битву с коровой, то почему не попробовать с экскаватором? И выглядит все это довольно страшно, но баран в полном порядке. Но с верблюдом, как мы помним, этот фокус тоже не прокатит.